900 метров в ночь. Примерно с такой скоростью укладывают новый асфальт на улице Новосадовая. За ночь это больше 1000 тонн смеси. Ее рецептура была доработана московскими специалистами с учетом замечаний по выполненным работам на московском шоссе. Был устроен слой основания или нижний слой покрытия щема-30 на полимерно-битумном вяжущем. И этот материал достаточно новый для Самарской области, да и Российской Федерации в целом, потому что в таких объемах он мало где использовался и применялся. На всем протяжении улицы сделают дополнительную полосу движения, то есть всего их будет по 3 в каждую сторону. В план ремонта вошло не только дорожное полотно Новосадовой, но и тротуары, улицы Дублера, освещение, 3 сквера. Хорошая новость для велосипедистов – для них сделают выделенную дорожку. Сейчас в Самаре она есть только вдоль набережной. В этом году Новосадовую отремонтируют от проспекта Кирова до Северо-Восточной магистрали. Сейчас уложили примерно 20% асфальта от общего плана. На нашем участке работает каждый день порядка, не день даже, а сутки, порядка 200 человек, людей и техники около 50 единиц. Все работы, намеченные на этот год, завершат к середине августа. В 2017-м возьмутся за участок от Северо-Восточной магистрали до улицы Полевой. В итоге на ремонт всей Новосадовой потратят больше 1 000 000 000 рублей. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, «События».